572 тонны мусора или 38 железнодорожных вагонов. Именно столько было вывезено из государственных лесов Эстонии в прошлом году. Об этом сообщил Центр управления государственными лесами или РМК буквально вчера. О мусоре, о лесах и о уборке этого самого мусора мы сегодня поговорим с членом правления РМК Тийтом Тимбергом. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Согласно статистике, в прошлом году мусора из лесов государственных было вывезено в 2 раза больше, чем в 2014 году. С чем это связано? Потому что мусорить стали больше или мусор стали убирать лучше? Мы думаем, что, может быть, система не работает. И мы хотим узнать, где проблема. Каждый, кто имеет имущество, должен иметь контракт вывозки мусора. Но есть закон, и волость может освободить, если он это хочет, и человек хочет этого. И есть закон, что если больше, чем 2% освобожден, тогда должен этот волость платить за уборки мусора в лесу, скажем так. И мы хотим узнать, где эта система не работает, почему это мусор в лесу. Мы не знаем сейчас, какие причины. Ну, вот вы говорили о том, что положение на удивление скверное. Это цитата из вашего заявления. Действительно ли настолько все плохо в лесах с мусором? В прошлом году это какая-то большая проблема, потому что мы начали, скажем, сегодня, 15 лет назад уборку мусора в лесу. 15 лет назад. И думали, что эта проблема уйдет. Вот 5 лет назад была большая акция «Сделаем». Все было готово, все было чисто. Но и стабильно так немножко. Мы думали, что эта проблема уйдет, но на сегодня надо сказать, что не уйдет. Мусор в лесу. Несознательных граждан так много, и, в принципе, видимо, все эти образовательные акции не особо имеют воздействия, что Центр управления государственными лесами вынужден был поставить видеокамеры в лесу. Работают ли эти видеокамеры, есть ли какие-то результаты? Ну да. Мы поставили на места, где очень большие проблемы. Скажем, там у нас один участок в Йыэляхтме волости, мы там 150 тонн убрали мусор прошлый год. 150 тонн. И вот там камера работает, и у нас есть снимки. И там видно, машина приедет, вот, и мусор останется. Что оставляют там люди, вот, когда они приезжают на место этой свалки? Это мебель, старая техника или все же это какие-то? Но главное, это 80% эти, из хозяйства, хозяйственные такие. Бытовые отходы? Да, бытовые. Но вот 150 тонн, это, по сути дела, импровизированная свалка. Да. То есть это такое образование, которое вот можно назвать именно так. А если приезжает какая-то машина, то есть, соответственно, у вас есть какая-то съемка этого человека, номерного знака, неужели ничего нельзя с этим сделать, если у вас даже есть видеозапись того, как это происходит? Мы не можем. А может, эта инспекция окружающей среды, у них есть эта подготовка, у них есть закон за ним. И они сделали 2 штрафа. Насколько больших? Эти маленькие. 39 крон. Евро, да. Но максимально это 1000 можно сделать. Но там тоже вот человек такой ставил туда, там ветки немножко и пластмассовую такую штуку. Но немного, но оставил туда. Но все-таки очевидно, где система не работает, по-моему. Если вы вывозите 150 тонн мусора... В одном месте. Да. И штрафуете 2 человека на 39 евро, то, в общем, очень слабая мотивация у человека больше туда не приезжать и не оставлять свой мусор, за который ему самому придется платить, если он захочет его правильно вывести. Но все-таки я думаю, что это прошлый год был такой специальный, и такого не будет в этом году. Потому что этот новый see meeli РМК, и вот там участке был такой большой площадь. Сделали этот и думаем, что, может быть, поможет. Но в любом случае логика-то сохраняется. Получается, что если вы очистили сейчас вот эту вот свалку в 150 тонн в Йыэляхтме, то нет никакой гарантии, что она не образуется сейчас в каком-нибудь пригороде Харьюма, в каком-нибудь лесу Выдавируема, просто потому что, опять же, да, вывести мусор это дороже, чем сложить его где-нибудь в лесу и заплатить штраф 39 евро. Мы хотим смотреть, там тоже есть летние домики, там район летних домиков. Что делали эта волость? Есть там контракты для мусора или нет? Как это ведется в Йыэляхтмеском волости? Готово ли это? И это, может быть, поможет, и оттуда еще не придут эти новые. То есть волость должна тоже сама контролировать эти процессы? Инспекция может контролировать, и волость должен и имеет право контролировать. Может быть, просто этой проблеме не уделяется достаточно внимания, если мы говорим о том, что у нас появляется 572 тонны мусора, которые нужно вывести. Может, просто эта проблема никого не волнует, и нам кажется, что наши леса достаточно чистые? Ну, волнует. И есть инспекция занимается этим, но вот был такой случай, да, в прошлом году, что в одном месте 150 тонн. Ну что же, нам остается надеяться, что наши граждане, жители нашей страны будут сознательны и будут, собственно, сами платить за свой мусор и не организовывать и образовывать стихийные свалки, которые загрязняют наши леса, не только государственные, но и любые другие. Тийт Тимберг был сегодня у нас в студии, член правления Центра управления государственными лесами. Спасибо большое, что пришли и рассказали об этой проблеме.